Пришел вот такой GPS-трекер. Еще его называют возвращатель. Что-то он как-то заделан скотчем. Что-то это уже напрягает. Явно упаковочку уже вскрывали. И это не есть хорошо. Так, тут у нас мануал. Так, что еще? Ну вот, по-моему, все. Больше тут ничего нету. Вот как-то так. В интернете посмотрел, хвалят, куда деваться. Погрешность, по-моему, до 10 метров. Самое большое. Что-то такое вроде как-то. Ну, вот такая штукенция. Так. Ну, инструкция, как обычно, на английском. Сейчас попробуем его запустить. По-моему, вот эта кнопочка надо удерживать. Так. Угу. Километраж, как понимаю, скорость, но здесь вводятся координаты, можно, по-моему, выводить даже вручную координаты, и потом по этим координатам можно находить точку. Что еще у нас? С какой скоростью движется объект и сколько пройдено. Но здесь никаких координат нет. Часы, часы тоже не отображаются, но вот, наверное, потому что спутники не пойманы еще. Так, настройки. Войдем в настройки. Язык. Подсветка. Сколько времени? 10 секунд. Ну, пожалуй, так и оставим. Вот вроде как и все. Так. Точки. Стоит вторая точка. Третья. Всего должно быть 16 точек. 11, ага. 16, вот все, сброс на первую. Ну, на ощупь приятненький, маленький. Куда-то идти, если в незнакомую местность или за грибами, я думаю, вещь неплохая, главное, место занимает мало. Но, ну, что-то беспокоит, вот. Так, ни один спутник, антенка пустая. Ни один спутник не найден. Но это возможно потому, что в доме. Но я думаю, в доме хотя бы хоть что-то должно было ловить все равно. Да. Вот. Нет. Не поймал ни один спутник. Или просто в доме не ловит, или... Или потому, что он был скрытый уже. На вид, конечно, он новый, не пользованный. Ну, может, продавец при отправке проверял его, открывал. Вот появились часы. А спутника так нет ни одного. Ну что ж, видно, не удастся пока полноценно потестировать. Нужно пробовать на улицу идти, на открытую местность попробовать. Будет ли там он ловить спутники?
Ну, на улицу, к сожалению, у нас сейчас не выйти. Такая байда там, дождик идет. Лед, лужи, даже ходить невозможно. Как говорится, до открытой местности не добраться будет, тут кругом город. Ну что ж, на этом вроде все. Так не удалось его ни проверить, ни потестировать нормально, потому что не пойман ни один спутник. Можно бы координаты вручную убить, но дело в том, что смысла нет, потому что спутник не работает. Координаты так и так не определятся. Да, наверное, не вобьются при неработающем спутнике. Может, возможно, что-то внутри, но не думаю. Ну ладно, подрастроились немножко. Обыдно, досадно, ну ладно. Что сделаешь? Так как-то. Как говорится, потом будет время, потестирую. Вот должны появиться такие антенки. Тогда будет работать, определяться координаты. А пока все это бесполезно.